Рекордов не ждут, но планку поставили высокую. Аграрии зависят от природы. Май и июнь, например, дождями не баловали. Сейчас погода подходящая для уборки, но завтра все может измениться. В Рязанском районе, в селе Якимовка, идет работа по уборке озимой пшеницы. Аграрии говорят, что пока погода благоприятствует. Техника с полей не уйдет даже ночью. Погодные условия очень мешают. Мы уже собирались выйти полторы недели назад в поле, но дождик каждый день. Вот, слава богу, второй день нет дождя. Пока еще про урожай сказать сложно, потому что оно все еще в поле. Будем довольны, когда все уберем. А так урожай, в принципе, наглядно должен быть лучше, чем в прошлом году. Уже за первые дни уборочной урожайность больше 40 тонн с гектара. И это только одно фермерское хозяйство этого района. На полях работают с раннего утра и до поздней ночи. Убирают, закладывают семенной фонд озимых и проверяют качество продукта. Руководитель фермерского хозяйства Владимир Пашенков говорит, что вчера делали пробный выезд. Проверили все портативным влагомером. Затем проверили в контрольно-семенной лаборатории. По технологии определения влажности показало 12,5. Кадров там, конечно, не хватает. В свое время люди ушли в город, и тяжело они оттуда возвращаются. Те люди, которые попробовали два выходных и нормированный рабочий день, в сельское хозяйство идут тяжело. Но сейчас кризис, работы в городе нет, поэтому люди идут с города к нам. Всего в хозяйстве урожай соберут с почти 4000 гектаров. И это не только озимые. Они открывают уборочную. Уже со дня на день перейдут на уборку гороха, чтобы стручок не успел растрескаться. С августа начнут собирать яровые, ну а закрывать летний сезон будет кукуруза.